Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство юстиции России всерьез подумывает над внедрением упрощенного порядка взыскания штрафов за нарушение ПДД. Речь идет о случаях, когда проступок водителя фиксируется на камеру. Чиновники предлагают списывать такие штрафы со счетов граждан автоматически, без привлечения службы судебных приставов. Ранее сообщалось, что такая система может начать действовать до конца 2021 года. Трасса 101. Volkswagen летом этого года представит новый кроссовер Тайго. Автомобиль длиной около 4 метров 60 сантиметров особо примечательным назвать нельзя. Тот же увеличенный дорожный просвет, спортивный силуэт, узкая полоска фар и задних фонарей. Да и под капотом ничего из ряда вон выходящего. Трехцилиндровый бензиновый агрегат мощностью 95 либо 110 лошадей. Будет еще 150-сильная турбочетверка объемом 1,5 литра. Будет ли новинка продаваться в нашей стране? Неизвестно. Трасса 101. АвтоВАЗ вслед за многими зарубежными автопроизводителями запустил систему удаленного доступа к автомобилю. Первой ее получила самая бюджетная модель Lada Granta. Опция стоит от 12 тысяч рублей. Посредством мобильного приложения можно, например, разблокировать двери, запустить двигатель, подать световой или звуковой сигнал. Также на экране смартфона отображается местоположение авто, уровень заряда АКБ и уровень топлива. Трасса 101. Парламент Эстонии принял поправки, которые вводят новый вид наказания для водителей, превысивших скорость более чем на 20 км в час. Это не штраф, не общественные работы, не тюрьма, а так называемая успокоительная остановка. То есть торопыге придется простоять на специальной площадке почти один час, а потом он может двигаться дальше. Добавлю, эстонское законодательство предусматривает штраф в 3 евро за каждый километр превышения скорости. Трасса 101. В Объединенных Арабских Эмиратах установлен новый рекорд стоимости автомобильных регистрационных знаков. Таблички с надписью AA9 продали на аукционе за 10 с лишним миллионов американских долларов. Предыдущий рекорд продержался около 5 лет – 9 миллионов долларов. Сообщается, что вырученные в результате торгов деньги пойдут на поддержку малоимущих. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.